Дорога Геркил. Эхи Буалугувнягат Эвады Туринна. Эхи тема Тетыгл Тадук Унтал. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем изучать эвенкийский язык. Тема урока – одежда и обувь. Дукукалу Омакталва Турерва. Записывайте новые слова. Эвна Баелду Татыгл. Для чего нужна одежда? Татыгл Баловки Нямалдавр. Одежда помогает согреться и быть красивым. Татыгл Бивки Антыптыкин. Существует много различной одежды. Тулигит Татыга. Тулигит Татыга. Верхняя одежда. Тетыга. Тетыга. Нательное белье. Согудей Татыга. Согудей Татыга. Праздничная одежда. Туганит Татыга. Туганит Татыга. Зимняя одежда. Дюсикит Татыга. Дюсикит Татыга. Летняя одежда. Тарда Унталва Улдывкил Антыптыкил Торгадук. Тарда Унталва Улдывкил Антыптыкил Торгадук. Также необходима обувь. Обувь шьют из различных материалов в зависимости от времени года. Аят Долсят Каллу. Слушайте внимательно. Унтал. Унтал. Зимняя обувь из оленьего камуса. Хелми. Хелми. Нагрудник. Унта. Унта. Замшевая летняя обувь. Дюсикит унтал. Дюсикит унтал. Домашняя обувь. Бакари. Бакари. Высокие унты из оленьего камуса. Хэмчуры. Хэмчуры. Короткие унты из оленьего камуса. Хун. Хун. Пальто. Урбашка. Урбашка. Рубашка. Зипун. Зипун. Мужской кафтан. Зипун хакуми. Зипун хакуми. Женский кафтан без разреза. Херки. Херки. Брюки. Коколо. Коколо. Рукавицы. Авун. Авун. Шапка. Дербаки. Дербаки. Нарядный головной убор. Элден. Элден. Вышитый бисером головной убор. Мангаптун. Мангаптун. Воротник. Урбаке. Урбаке. Женское платье. Дяка. Дяка. Платье женское. Хелми. Хелми. Фартук нарядный. Этереп Алагувдями. Аят Бугава. Девакаллу. На этом мы закончили занятие. До свидания.